Привет всем, я Алексей Крискевич. Едем на Кубок Польши. Красивый городок Пищ. С яхточками, отелями, красивым озером. Вот. Едем вдвоем. Я со своей девушкой. Она за рулем. Пускай едет. Я отдыхаю. Научил ее ездить. Без прав едет. Никому не говорите. Вот. Ну, будет видно, как мы выступим, посмотрим, как поляки выступают. Очень хочется посмотреть вот на такой уже любительский уровень, а не такой, как Немиров, как вот сделают. Будет интересно. Ладно, все, всего хорошего. Будем смотреть дальше. Да, давай, провожай. Как он ест сметану. Привет. Ну, Мартин, рассказывай, как впечатление от первого дня? Селёдочка со сметаной. Кушаем вот после взвешивания. Добрались тяжело, погода плохая. Вот. Уровень красивый будет, хороший. Как лучше, думаешь? Лучше даже. Лучше? В Беларуси такого никогда не было, правильно? Ну, это если ты постараешься. Ну вот будем это завтра посмотрим, как они сделают. И это уже понятно, что уровень. И вот покажем людям, как уровень. Вот тут Мартин вот так живет. Вот тут его девочка невидимая. Да. На, Мартин. Вот. Заходим. Это злотый кубок. Пушар польский. Мазуренко вон. А тут белорусы. И Мартин. Будет рвать всех поляков. Солнышко. Боишься поляков? Боишься? Ты боишься поляков? Что? Ты что? Ну что, Мартин, что ты скажешь про уровень? А, ну, уровень спортсменов или уровень организации? Организации. По кругу так вот пройдись, увидеть. Ну а как ты вообще настрой твой? Ну это как всегда, все дуваться. Заечка красавица моя. Ну? Все нормально. А? Порвешь всех? Постараешься. Я думаю, тут не сильная девочка будет, только Марлена. А если Марлену выиграешь, все за голову возьмутся, конечно, в Белоруссии. И подумают, а, и поляки. Очень помало разгибаюсь. Z lewej i Michał Werblicki, Piaseczka, z prawej strony znowu. Ale się złapali na Tajkajda, z Michał Werblicki. No i wygrana tam z Michał. Michał Trzymata. Ależ na tam pompował, a Michał, proszę bardzo, jak się trzyma. I pomaga sobie na ten z krzykami. Pomaga sobie Michał. I teraz Michał zaatakował. I stanęli w miejscu, panie i panowie, niezwykła siła, ależ! Drugi tak! I już się, ależ! Panie i panowie,
dawaj. Trzymaj mocno paluchami, mocno palce. No! Ależ sędziowo się... No i proszę. Ależ się szarpiał. Ale szybki start na taran. Michał jakby zaspał. No i Michał teraz musi się bronić. Natan atakuje. Michał czy Natan? Michał czy Natan? Ale mieście wchodzą i... Prawie wygrał Artur. Chłopacz Michał. I fakt. Po 2 złote na łeb tylko na taksówkę. A tutaj nasz Pucharek Polski. I jeszcze Zacisnij na szybszy na starcie. Głowa do pała. Do przodu i walkę! Do przodu! I faul. Jedziemy po Polsce. Jedziemy. Pojedziemy сюда. К елочке. Привет. Смотрим, сколько времени. Так, сейчас мы наведем. Видно, да? Это в Польше 12:20. Ничего не работает. Ни магазин. Подъехали к дискотеке, где должна была быть. Все закрыто. Никто не хочет, короче. Тусовать, никто не тусует. В Беларуси до 6 утра в Минске. Тусили бы, а у нас вот такая херня. Ну, елочка нормальная, да? Польская дискотек! Видео, видео! 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 Где? Ну что, солнышко, как соревнования? Браво!